Ҡарағанды районының Йәмиле Ағиҙел буйында башҡорт художестволы кейеҙе оҫталарының республика семинары үтте. Халыҡ милли һөнәрҙәрен сәнғәти ҡараш менән тергеҙеү был төбәк аша үткән туристик маршруттың йөкмәткеһен тулыландыра. Бөрйән яғында балаф һуғыу, урман гәсебе, солоҡ-солоҡ, һунарсылыҡ электән ныҡ алға киткән. Алын алһаң ни була, гөлін алһаң ни була, Иренәйек, иретәйек, кейіз басаң ни була. Башымдағы яулығымды яшілге алмышмайым, Яшым алтмыштан үтхәлә, ястерден қалышмайым. Атымна бейелей, күлкенә бейелей, Нишәп кенә тұрып қалдым, аттарына ниермәй. Нишәп кенә тұрып қалдым, аттарына ниермәй. Многих бурзян просто в какую-то глубину, вот в духовную глубину погрузил. И люди там совершенно потрясающие, там особые люди. Они сразу не раскрываются, но они настолько какие-то очень собранные, какие-то очень цельные и какие-то очень красивые земные люди. Вот, кстати, как обзелил, вот по-своему красив. Так и бурзян. Они другие, но они точно такие же глубокие и очень красивые люди. 2007 елда Соқмағыш районында өткен Салауат сыйыны байрамы турында куйылған тирмелер арасында еңеусе болған Бөрйән районы тирмәһе. Һәм оның алдында ғәжәйеп бер күренеш хасил булды. Тирмә ишегенән ҡапҡаға тиклем һуҙып түшәлгән кейеҙ бөтә халыҡты хайран ҡалдырҙы. Бөрйәндәр был кейеҙҙе 200 йыл элек баҫылған тип иғлан итте. Быға бер кем дә шикләнмәне, сөнки халыҡта кейеҙ баҫыу, һаҡлау, ҡулланыу борондан булған. Нынешний семинар на Бурзянской земле – это действительно новый этап, потому что за предыдущие годы была создана основа для дальнейшего развития. Вот искусство художественного войлока. Есть большая необходимость в обобщении сделанного за прошедшие годы. И изобразительном, и научно-теоретическом, и также учебно-методическом плане. Вот эти вот все составные части одного большого направления существуют только у нас, в Башкортостане. И это, с одной стороны, если приятно, с другой стороны, накладывает на нас очень большую ответственность. Потому что наши эти мероприятия начали приезжать из разных регионов нашей страны. Переписки ведутся уже и с авторами из зарубежья. Поэтому я считаю, что на нас накладывается очень большая ответственность. Мне кажется, вот эти вот семинары, были мы в Абзелиловском районе, очень хорошо, что в этом году в Бурзянском районе. Вот по всей Башкирии все равно же это дело где-то было, оно забылось. А в этом году еще прекрасно то, что это вот в этом лагере, дети все видят. И настолько балалар тепліләр, шулхатлым любознательные они сами по себе, окололар шулхатлым, и приятно вот прибегают, смотрят, они же учатся, они это запоминают, это у них останется в душе обязательно. Біздің келесегіміз сіздің қолда. Сіз әгерде яхшы егіттер болып, өзіңіздің еліңізді, йортыңызды, халқыңызды, дініңізді деп айтам қабатлап, тотып, үйреніп, мына біздің ыңғайға, олылардан қарап, бүтә тәрбиені алып қалырға тырышығыз. Сізге қарап, біздің келешекте көңіліміз тыныс болсын. Мына ел аралары менен, үлкен ағайлар менен, Мәскеудегі хужалар менен, Өфілегі һәм башқа шетелдегі хужалар менен біз һәр вақыт дус болырға тиешбіз. Алар менен біз яхшы мөнәсәбәттә, үзебезнең йортыбызды, үзебезнең байлыгыбызды уларға матур итеп күрһәтеп, шуны тәләфләмәй. Үзебезне тәрбиәле тотор кәрәк, бөтә ил менән, бөтә авыл менән. Менә һезне урамда тәрбиәләй, һез урамдарыгызны ла таза тотоғыз. Кызларга туфаларыгызны ла таза тотоғыз дип әйтәм. Туфаны яугас иң алда унда фирештә ултыра. Кызлар һез бигерәк тә, киләчәктә һездән туа бөтә батырлар, матурлар, илинәләре, батырлар дис, ил һаклаган.
Ил хужалары һездән туа бит. Һез бит шуны тәрбияләй торган халык киләсәктә Алла берһа. Без бына һезгә ышанабыз. Шул кадәрем һезгә без фатихабызды бирәбез. Зинһар өчен дип әйтәбез. Безне тыңлагыз, бездән башкаларны да тыңлагыз. Әсәйләрне, атайларны, барыгызны да. Күршеләр менән тату яшәгез. Күрше авылдар менән тату яшәргә кирәк. Безгә барыбызга ла. Килгән кунакларды Аллага шөкер, без бөрген халкы алсаклыгы менән, кунаксылыгы менән каршы ала. Ул безнең бүтән бөрген җирлегендәге бар халыкка ла хас. Шул Янбикәләр шулайрак кеше булгандыр инде, төп хатын булгандыр инде, күп дип уйлайбыз инде. Һәм алар безгә килһә, күңел тынычлык алалардыр, бөрьяннең табигатына хукланалар дип инде, халкының ихласлыгына хукланалар, ябайлыгына хукланалар. Безнең халык әлеге вакытта ул туризмга бөтенләй башы менән сумбаган инде, аңлап итмәйләр. Бик хирәктәр генә ул эште башлайлар. Әлеге ябайлылыктар менән кабул итәләр дә, шулай кунак килгән икән каршы алырга тиешбез, ватанга тиешбез дигән генә хистәр менән генә яналыш килә. Күпме ошыннан агып үтәләр, туристларга бит инде ял итәләр. Аларның туктау урыны билгеле түгел, кайда итте шунда теләгән урынды, матур урынды хайлап туктайлар. Ут ягып, ял итеп китәләр, аларның артынан ана шул басырактар ятып кала инде. Халыкка шул күбрәк көч төшә инде. Моның экологический субъектлар үткәреп, табалап алып, өмәләр үткәреп. Безнең бөрьяндың табигаты могҗиза. Уны әйтеп бөтергөһез. Уны хәзерге үткән туристлар, әгәр дә безнең табигатыбызды хакламаһалар, һыудан үтеп барганда, һыуларыбызга шешәләрен, банкаларын ыргытып барһалар, ә бит банкалар, баягы полиэтилен шешәләр улар сирмәйдәр. Әгәр дә һәрбер килгән турист безгә карай мәрхәмәтле булып, үзләренә лә бездән хөрмәт алып китһә, без барыбыз да шат булабыз. Безнең табигатыбызды олатайларыбыз безгә нисек калдырган, безнең туристларыбыз да шундай рәвештә калдырғандар ине. Йомартлык ул безнең халкыбызга хас күренеш. Кунаксылык ул безнең халкыбызга хас күренеш. Әлеге туристларды кабул иткән вакытта да ана шулардан читкә тайпылу кирәкмәй. Һәр нәмәлә сама белергә кирәк. Турист булып килгәнең икән, һин әйдә тәртип хакла үзеңде бөтә яклап, теге нигә нормага килтереп, артыңдан һинең икенче кешеләр йыйып бирмәһендәр. Һин үзеңнең артыңда йыйып матурлап китһәң, һиңә беркем дә бер нәмә әйтмәй инде. Без гомумән турист эше буенча ыңгай баһалайбыз, әгәр дә безнең районга уның файдасы тийһә. Йылайыр районынан һәм Баймак районынан күп агач чыгаралар. Ул агачтан Баймак һәм Йылайыр районына бернинди дә файда бик килмәй. Ни өчен дигәндә, шул агачты бушка гына атып алалар да бушка кире хаталар. Ну, ниндәйдер килен моны бүтә булган килене кайдадыр читкә китә. Таш та сыгаралар, таштың да бик яшәгән урында халыкка файдаһы бик әз. Бында әгәр дә туризмды организовать иткәндә, итһәләр әгәр дә моны дәүләт килеменә алһалар, ул туризмдан ошо яшәгән халыкка зур килем килергә тиеш. Oh,
стараемся погрузиться именно в легенды, в ту историю, которая в народной памяти, которая передавалась из поколения в поколение, которая, может быть, обрастала какой-то новой поэзией. Когда это проходит через сознание очень молодых и образованных людей, мне кажется, вот это способ создания современного войлока. Но современным он может быть только тогда, когда он имеет там, в глубине нашей памяти, очень крепкие свои корни. Біз жерден туғанбыз, жерге кетебіз. Жылқы сыққан көліне түшкіз, тош көрдім. Жылқы сыққан көлі деп язылған тош. Әлғат Хасен ола үретті түшіріп берді. Менің өзімнің идеяларымны тыңнан ола. Шоған ол түшірген үрет бідім, мен де өзім ұшы кейізге құқтым. Келгеніме бірде өкінмейім. Шындай хызыр, матыр бірген жерінде. Шундай тоғызар, ормандар көріп, күңіліме сафлық, инсафлық олып, дәртленіп, ауылға қайтқасында, өзіміздің ауылда, клубта, шундай түгерек ойыштырып, балалар білен, ұлы опалар білен, шуны ішлермін деп ойлайым. В первую очередь обращаем внимание на то, что нас выделяет. А выделяет нас существование традиции, народных традиций в изготовлении войлока. Мы развиваем дальше уже с использованием знаний, умений. Мы обучаем впервые в России, а может и в мире, не один, два, три студента, а целый поток студентов. Это предполагает естественность. Существует несколько приемов художественной обработки войлока, нанесения узора. И традиционный войлок основан на валенном узоре, который предполагает более свободные линии, более пластичные линии, вот то, что присуще нашей земле, нашим народам. Вот это вот мы считаем определяющим. Конечно же, вот эти места должны остаться заповедными. И вот сколько сегодня проплывало вот этих туристов, они вот останавливаются. И настолько интересно им самим. Они хотят мимо проплыть, у нас по времени то-то. А вот увидев сегодня вот... Где-то 4 группы были туристов, останавливались, посмотрели, даже где-то покатали, приобрели эти игрушки, сувениры. И восхитились, что вот это именно народное творчество, вот это древнее рукоделие, вот это, оно как бы сохранилось, этот промысел, и возрождается у нас в республике. Земля бурзянская, она вся наполнена какими-то легендами, все, каждое местечко связано с разными какими-то сказаниями башкирскими, и это так благотворно влияет на нас, вообще вдохновение появляется вообще прямо на ходу. Вы как охарактеризовали свою работу? Что хотели сказать? У меня работа, она такая философская, на мотивы эпоса, то, что Урал-Батыр и брат его Шульген, они отправились за бессмертием, и посередине там знак, такой знак бесконечности, знак бессмертия. Я люблю графику, и у меня волы получаются графические. Работа, вот, посвященная эпосу, главной фигуре Хумай, которая попала в сети. Как любой художник, нам легче создать картину, чем потом ее назвать как-то. Кукольный театр мне ближе. Куклы делаем мы сами с детьми, декорации делаем сами. Потом мы подбираем сценарий, то, что нам нравится. Вот сейчас мы занимаемся сказанием о Курае на башкирском языке. Я начала вот с маленьких фигурок. Я хотела назвать Енбеке и Енберде. На фоне солнца два человека, которые дали жизнь всей земле. Жизнь без солнца не бывает. И поэтому у меня вот в центре является как бы зародыш – это начало жизни, а солнце – это продолжение жизни. А уже вот этого беркута я это для Бурзянского района сделала. Что именно здесь мы были, что это бурзянская земля, потому что здесь они как раз летают. И свою работу по-башкирски я назвала «Яшаеш» – это жизнь в большом значении обозначается. Так ведь, да? А по-русски бы я назвала «Пусть будет жизнь на земле». Thank you.
Үйдіңді, хинің иліңді, хинің туған түйегіңді, әлі қайдардан сит тарақтардан кештер келіп көре екен, олар қайтып шул туралы хүлесек, шуның үсін хіне ұят болмады. Булматтылық етіп қалырға керек деймін. Мына Берлин университетінен ике студентка қызықай бізді башқұрт тілі өреніп ятты 93-сі 94-сі елдарда. Антони Вилке менен Зибилла Тура. Истәрі кетіп хайран қалып башқұрт халқының қунақсылығына, қатын-қыздың, башқұрт қатын-қыздарының шудың жала емгетті тұтқан үрлі тұрағында олар қайыр докторский яқылап доктор болып біттілер ол қыздар енді. Хоқланып истәрі кетейіне, біздің қыздардың оңғанлығына, қатын-қыздардың үйде бішірінгеніне, һәм бір ниндей де хақ қоймайынса, шу қунақсыл болуларына. Шундай матур фикер қалды. Башқұрт халқы қунақсыл, һәм яғымлы, өз илінде, өз ерінде хужа болып ешей деген. Атай-латайдан қалған ер бір қасанда хатыларға тиешті түгіл. Өзінің башқұрт ері, Башқұртстан республикасының ері, хауы хақланырға тиеш. Өз халқы үшін. Башқұрт халқы ол қунақсыл халық. Ол елік-еліктен кішілерді өзінің түріне өткерген. Бар бит әтес білен түлкі әкеетті. Түлкі ішіктен келіп кірелі, әтесті алдаштырып түрге өте. Әтес ішік түбіне қалалы, түлкі түрде бола. Бұна біздің елделе шулай халық. Біздің елге бөте милет халықтары өтіп кірген. Башқұрт халқына қысырықлап оны, оға мүмкінлік бермейінсе, оның түрін басып алған. Мына біз еліктен ішілеген ябай ұқытусылар, оны аңлап тұрабыз. Лекен башқұрт өз иліне өзі хұжа боларға дейш, өз тіліне өзі хұжа боларға дейш. Ол еліктен ол қунақсыл болған, бөте милеттерді башқұрт халқы үшін бір деген. Барбызда бір болып, бір халық болып, тәқуәлікті тұтып, иманға инанып, бірге-бірге ешерге дейшбіз, өзбіздің үлібізді. Ошы ерлікті ешеген кішінің өзінің талаптарыла боларға дейш тұрыл, ошы келген кішілерге. Бұны әлі қайдарда түгіл, өзіміздің еліккі Советтер Союзында ғына, мені мені турист болып жүруге тұра келді. Шонда біз Адигей Республикасына барған вақытта, екіз курсабыт әйті. Триколарыңызды киесіз, үстіңізге әйбірлеріңізді киесіз, башыңызға яулық болсын. Бұл ауылға инген вақытта тек қарттар, әбейлер олар ұлтыралар, күтіп ұлтыралар, несек бұл туристтер өтіп кете. Әгер де шонда мына трикон болмаса, хатта триконы асқа түкін түшіруге қосты, екіз құрсабыт. Шолай болмаса ауылға индірмейдер. Мына бәлкі біздің осы матур табиғатыбызды мына шу келген туристтерге мына шондай талаптарды қоюға керектер. Чөнки біз башқұрттар қайдалы рул бәлкі язылмағанда қанундыр. Мына шуны екіз құрсабыттар да білерге тиіш. Һәм шуны талап итергә тиештер. Менә шул вакытта тәртип булса, сынап та табигать хакланыр. Бездең шундый матур табигатьтә күрәһең, унда кыйлык, бунда кыйлык, анда икесе төрле киемдә йөри икән, ул хушынмаганлыкты күрсәтә бит инде. Берлин районында башланган Башкортстан киез осталарының йыендары, осталык дәресләре быел бер яңгында үтте. Бұрынғы кейіздәрі менен дан тұтқан Хайбулла, Елайыр тарафтарында ла болырға қиялана еш рәсімдар. Войлық жон очень благород. Народ знает, что этим можно лечить. Даже если ребенок не может хорошо рисовать, да, предположим, если у него он художественно не сильно одарен, да, но он может физически что-то там покатать, что-то сделать. Он может выложить самую простую какую-то примитивную картинку. Остальное за него доделает войлок. Арт-терапия.
сейчас очень развивается, потому что идет полностью массаж, вот рук, пальчик, кожа, тактильная чувствительность. И наиболее для нас приемлемых мы нашли, что это вот валяние войлока. Здесь вот я узнала вообще, как валять большой войлок. Приеду домой, мы можем с детьми делать очень большие вещи. Вы какое-то отличие вот этого войлока художественного почувствовали? Это новая страница, что всем известно о войлоке. Угу. Когда Урал Баратов я читала, и в конце там говорит человек, всегда добро остается. Добро всегда вспоминается, и добро живет. Мне помогает, и я поеду, буду людей учить добро. И вот теплота этой Кошмы, ее надежность, я считаю, это вот связь между нами, между мастерами, между народами. Берген яғындағы кейін үдәгі. Келесекте тап ұшып түбәкке хызмет етірлі. Халық саңғатының кемелін, һәм үйден билдәләрлі кетіп үштәрге иена. Бүргендердің кейіп ұйынса мақсус білім алған рәссамы бар. Ул Рәмил Иманғұлов. Иманғұлов ведь хороший художник. Он в прошлом конкурсе стал лауреатом. Так что, естественно, он подготовился. Он проникнут этой землей. Он ее мощь чувствует. Он чувствует ее вот дыхание этой земли. И, соответственно, то есть он был, считается, подготовленнее всех остальных. Ему было, может быть, проще, а может быть и нет. Потому что говорить практически о своем родном, вот с одной стороны, вроде ты все знаешь, а с другой стороны, это сложнее. То есть там такая пара монументальная, это там совершенно роскошная работа. Тарихты везде онутурга ярамай. Тарихты онутак безен келесек вед булмаясак. Без тарихты на белергетеш, алдағаны ла күрә белергетеш. Мына бұл маңдай көзі ол жоқ бардығына күрә, ақсаны күрә, байлықты күрә. Көңіл көзі, ол бүтін немені ойлап, ол өзінсе фараз ете, ол бүті кішілерді ле ойлай, балағын да ойлай, күршіғін де ойлай, бүтін ауылын да ойлай. Мына біз республикамызды ойлайбыз. Семинар должен становиться не просто временем, местом изготовления каких-то, пусть даже очень хороших полотен, и даже не только для обмена опытом, он должен становиться таким объединяющим моментом в развитии вот этого ремесла и искусства войлока. Нужно сказать, что это возможно тогда, когда мы к этому будем относиться как к философской категории. Это означает, что мы должны знать очень хорошо свои корни, сохранить это по возможности и передавать молодому поколению. Халық хөнәрләре арасында иң борынғылардан ханалған кейіп басу Өфілә, Әбиәлилдә, Баймақта, Бүргендә, Стәрітамақта һәм башқа орындарда кейін таралған. Сәуәткәр ұсталар башқұр художествалы кейіпі үлгілерін ижад итә. Thank you.